ВТФ, я просто откусил лицо этой Синдре. Как в этот раз микрили, что убили его за дикий сустейн абсолютно. Нет, что-то я туда не хочу идти. Там пиздеть. Нет, щитуй меня. Пошли убьем. Как ты по трём? Это, блядь, самые жирные персонажи в Лиге Легенд. Как ты умудрился промазать чармом по всем? Бля, единственное, о ком я могу здесь стакать красную форму, это Волибирес еще. Это трагичные новости. Ну, гений, блядь. Волибуринг идет куда-то. Да, блядь, сука. Он играет с МСом после флеша, пиздец. Такого я не ожидал. Друзья, год флэш, да. Мы не факт, что его убьем вдвоем даже. Ведь он сомнительного качества. Пошли убьем, блять, его. Ну, сука, он забаферил эту хуйню. Ладно, это окей, мы подстакали форму. Единственное, нам где-то нужно будет потом Аболибура эту форму обналичить. А это, скорее всего, будет стоить жизни. А здесь самый трудный выбор. Дропнуть ли жука и загангать Ургота? Или зафармить жука? Это было биг, кстати. Можно с ультой пантеона этого чела ворваться. Бля, чел, ну... Ты, конечно, придумал супер хуёво, а? Просто дай ему поставить бар, дай вернуться на линию, он никуда не уйдет, блядь. Сука, я получил форму говна ебаная. Баный рот. Ладно, это лучшее, что я могу сделать. Закрывает просто с трех сторон. Так, у нас везде отсос, да? Мы можем заебашить Ургота еще разок. Никуда надо идти, я думаю. Блять. На, мычам без формы, это, конечно, редкостный кал, это самая большая проблема. Да угодно уйти. Пел без обилок, только ты, блядь. Да не, это Unreal, этот пантеон, это просто... Да, сынок, дэмэдж тут есть. Мохнатую жопу порвать. По какому принципу выбирают форму? Я выбираю по принципу, что не синее, то сойдет. Некоторые выбирают иначе. Да, блядь.
Бля, нас могут тут разъебать вообще. Васари опять где-то плавает. Это на шортрах. Какая-то гига хуйня мы сейчас создаем. Не-не-не-не-не. Блять, я труп. Ебать там шаров. Как мы это размикрили? Что у Милио за дикий сустейн абсолютно? Синдра ультанула в Епанта, понял. Я понял, почему вы выжили. На сколько секунд? Нам 29 на 90 секунд. Надо идти трахать дальше. Не, что-то я туда не хочу идти. Там пиздють. Блять, я убил свою. Я убил Каэсу. Я всего лишь хотел задолжить киллшот. Блять, она опять за свою, она опять промазала, блять. Опа, что нашел? Ладно, рекольнемся похер. Хотя тут можно Синдру остаться подтрапить, оно такое ощущение, что идет дальше. Действительно, шла. Она потратила блютринкет сюда. Sad life, браза. Не, там смена погоды, только это Ocean Drake анимация. Блин, я бы, кстати, я бы мог его зарезать, этого чела, но за ним может 3 человека стоять. Но я не буду торопиться. Разогнал шоблу. Будем забирать нашего дракончика. Это что за хуйня? Блять, во что я наступил? В какое говно? Да ульта Варус или что это было? Если есть вариант того, что мы задефим на Шора? Я думаю, нет. И что, он опять куда-то пролетел на смерть? Блять. Ну ладно, Шор с Пиджин сойдет. Ебать, в рот стой. Чё с дэмэджем? ВТФ, я просто откусил лицо этой Синдре. Ну да, ну да, пошел я нахер. Нет, чё-чё, щитуй меня. Бля, я ваншотаю Ургота, если... Я ваншотаю Ургота с 4 КХП в этом билде, охуеть. Ну... А у нас есть ТП Ари, блядь, где оно? Кто пингует? Милево. Управляет своей джангл собакой. Говорит, иди на Шора забирай, тварь. Ебать, тут жесткий секс происходит. Секс с медведем. Но дэмэдж мне понравился, такого Кейна. Это солидный дядя.